Доброго дня, з вами «Обозреватель Лайф», студія Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні пані Наталія Юсупова, волонтер, людина, яка опікується нашими бійцями, які зараз знаходяться в госпіталях. Ну і, власне, пораненим. Доброго дня, пані Наталію. Хотілося б поговорити відразу, і знову ж таки, вічна тема, на жаль, за останні три роки це вічна тема. Це стан госпіталів, що потрібно бійцям, як допомогти. Наразі зараз поранених більше стає, я так розумію. Йдуть повідомлення про більш серйозні обстріли і, відповідно, який стан зараз з пораненими. Я вам скажу, какой-то вот период, допустим, где-то с ноября месяца по Авдіївку було менше вот ранених. Хотя, наверное, и в январе вот были. Но начиная с Авдіївки, меньше не становится. Ну, конечно, когда была Авдіївка, февраль, март, было больше людей. Но все равно борты фактически каждую неделю. И, насколько я знаю, в Харькове, в Днепропетровске очень много тяжело раненых. И вот на прошлой неделе нам привезли борт 15 человек. И на этой неделе, насколько я знаю, если не бортом, то или вертушками, или скорой помощью доставят еще около 10 тяжело раненых бойцов. Ну, ось, просто должны зрители понимать, что с передовой приходят борты сразу на Харьков, на Днепропетровск. А потом уже те, которые могут лететь дальше, а наш госпиталь Киевский принимает самых тяжелых, потому что нам позволяет и оборудование, и специалисты у нас самого высокого класса, и палаты, и госпиталь сам по себе очень такой современный, поэтому к нам привозят очень тяжело раненых. Ну, власне, наразі зараз в Київському госпіталі дуже багато бійців, я так розумію. Так? Ну, у нас багато відділень. Коли люди мене спрашують, скільки бійців, то вони мають в виду, мабуть, тільки травматологію. Ну, в травматології скільки? 10 палат, там 2 гражданських палати, і остальні всі палати, починаючи від 3 чоловік до 6, до 5, заповнені солдатами. Тобто це лічиться і ті, які раніше лічились, але є такі хлопці, які лежать і год, і півгода, і 2 роки майже. І у них дуже тяжелі ранення, ми не можемо їх списувати і говорити, ну це старе ранення. Тобто це все одно ранення. А з нових вот, поступає кожну неділю відправляють кого на РПН, кого по місту жительства в госпіталь. І багато, кстати, люди не знають, що у них в їх містах є госпіталі. Я хочу напомнити, що є госпіталі і в Вінниці, і во Львові, і в Запорожжі, і в Дніпропетровській, і в Харкові, і в Одесі. Вот, то, що я вот знаю. І потрібно обов'язково допомагати ребятам ходити. А, і в Житомирі. І треба обов'язково ходити. По місту жительства обов'язково ребятам допомагати. Давайте відразу скажемо про це. Ну, мені здається, взагалі найголовніше питання, яке повинно виникати відразу після такої інформації. Яким чином, що саме потрібно зараз в госпіталі? І що, яким чином пересічний громадянин України може піти, допомогти і підтримати бійців? Ну, я хочу сразу сказати, що в госпіталі ребята не голодають. Государство все-таки обеспечивает, як сміються ребята, говорят, фітнес-питанням. То есть для того, чтобы человек как бы поддерживал свою жизненную деятельность. К сожалению, не обеспечивают ни фруктами, ни овощами. То есть витамины? Ни мясом. То есть как, что-то там, какие-то там рулетики с каким-то мясом у них. Но это у меня давняя война с кухней. Ну, мы какой-то нашли общий знаменатель, бывает, но... Я, конечно, не восхищена такой, скажем так, кормежкой, потому что госпиталя для поддержания жизненных сил, для восстановления должны кормить более насыщенно. Половина. Есть, конечно, отделения, которые категорически нельзя кормить, закармливать, потому что они на жестком диетическом питании. Но если брать травматологию, то ребята с такими травмами, они потеряли 20, кто и 30 килограмм, то им нужно восстанавливать силы, кушать хорошо, и все это знают, да? Ну так. Ну, тобто додатково, так би мовити, добавки к питанню, ну, додатки добавки харчування, питання, це только, вітаміни, это, тобто да. Це фрукти, особливо зараз в цьому просто ягоди. Це фрукти, це овочі, це молочка, це соки, вот, а, к сожалению, государство почему-то этого не предоставляет. Мне вот говорили, что надо заняться этим делом и посмотреть, кто выиграл тендер на поставку всех этих продуктов и почему такое вот питание. Насколько я знаю, в Днепропетровске это решили этот вопрос, и там наряду с государственным питанием идет добавка от волонтеров. То есть фактически рядом стоит стол, где ребята подходят им или раздают на тележках, им просто дают добавку. У нас почему-то пока этого нет, но мы и так кормим ребят. Додаткові потреби.
крім цього? Тобто, починаючи від крові і, можливо, якийсь одяг, що ще потрібно дітям? Ну, ребят привозят фактически раздетыми, многих просто в фольге вот этой утеплённой или вообще, извините за выражение, в трусах. И, ну, к кому приезжают родственники, ко многим не приезжают или приезжают очень редко. И надо понимать, что люди находятся на работе, и проезд очень дорогой, и многим, конечно, не приезжают. Но это футболки, шорты. Сейчас, ну это там, кому нужны тапки, кому не нужны, кому легкий спортивный костюм, кому плед нужен, потому что у ребят высокие температуры, после операции они даже в такую жару они замерзают, и вот надо их чем-то укрыть, постельное белье, потому что госпитальное постельное белье, им как бы по 50 лет, наверное, какое-то, но хотя оно там очень выглаженное, чистое, но это не помешает, подушки там вот такое вот. Як краще подавати допомогу? Тобто спочатку дізнатись, приїхати, поговорити, або там зателефонувати комусь і дізнатись, а потім підвозити? Яким чином? Мені люди, допустимо, дзвонять і спрашивають о потребностях, потім вони приїжджають, ну, многі не витримують, звісно, це все бачать і просто передають допомогу, хтось перечисляє гроші, і от ми стараємося ребятам, не стараємося, але, мабуть, все у них є на все моменты. Даже когда бывает, там, что люди не приезжают и там, не перечисляют, то, слава богу, у нас есть возможность личная помогать ребятам. Я всегда говорю, как бы там жизнь ни сложилась, помогают люди, не помогают. Слава богу, что есть возможность материально. Допустим, у меня всегда там, на борщ, на мясо, на какие-то необходимые вещи ребятам всегда это всегда будет у них. Ну, я нагадаю відразу глядачам, що, в принципі, зайти за інформацією можна в тому числі на вашу соціальну сторінку Наталії Юсуповою, і там знайти інформацію з приводу того, що потрібно бійцям, ну, інформацію, як можна допомогти, і стан ви там викладаєте, повідомляєте про те, що відбувається. Я по просьбі читателів, по просьбі людей, які мені дзвонять, буду викладувати тепер кожну неділю, тому що я так там, раз в місяць викладувала, тепер буду викладувати, тому що люди кажуть, що вони не бачать це по телевізору, вони бачать тільки там на нескольких сайтах массовой информации, больше нигде этого нет. Потому что я обещаю, что буду каждую неделю выкладывать посты о потребностях, и что нужно, что не нужно, чтобы люди зря деньги тоже не тратили, потому что что-то есть, чего-то нет. И вот спасибо, я хочу сказать людям, многим, которые вот за эти там, два месяца очень сильно сплотились, объединились и помогают в Киеве. Потому что у нас в госпитале и где-то, наверное, больше 200 человек атошников. Есть тяжелое отделение, это травматология, нейрохирургия, хирургия. И ребята в лор-отделении бывают тяжелые. И бывают в офтальмологии, там без глаз, обожженные. Вот люди должны понимать, что это очень тяжело, и в реанимации лежат. Дело даже не в потребностях, да, а вот в том, что в поддержке человеческой. Ну так, люди повинні відчувати, що вони потрібні, і те, що вони роблять, це дуже важливо для всіх. Тому що от це время, коли люди приходили, я смотрю, що у ребят даже вот і сили появились більше, і вони такі вдихнули, тому що кожен чоловік, який приходить, який говорить, ребята, ну спасибо вам, даже не надо просто там довго, просто стоя в дверях, говорить, спасибо вам большое, я смотрю, що у ребят глаза загораються, тому що коли постійно пусті коридори, і волонтери многі вже поуходили, и пустые коридоры, это очень тяжело. Такое чувство говорит, что вот мы воюем, а тут совсем другая жизнь. Хотів би про це трошки поговорити. Взагалі допомога громадян зараз, її активність, інтенсивність, скажімо так, спадає, чи все ж таки якась тенденція є? І хто? Нові люди починають допомагати ці? Чи, в принципі, ті ж самі, що допомагали, постійно і продовжують? Ні, ті ж самі, які допомагали, вони і допомагають. Ну, таких людей, вот, допустим, у меня там, ну, до 10 человек. Ну, может, или помогают постоянно люди, которые не говорят мне об этом, я не знаю, может, они там сбрасывают мне на карту, да. И я, наверное, сама виновата, потому что я считала, что, как бы, ну, у людей тоже сейчас тяжелое состояние, и не нужно постоянно выкладывать эти свои потребности, карты. Я там выкладываю, ну, помню, с июля прошлого года до января я вообще ничего не выкладывала, никаких там ни карт, ничего. Как бы сами справлялись, я думала, ну вот, наверное, все уже утихнет, будет более-менее, а потом, как только все утихает, потом с новой силой еще сильнее все это, к сожалению, происходит, и люди меня просят писать, и теперь буду писать чаще об этом. Спасибо, конечно, обозревателю, потому что от Фейсбука мы только не справляемся. Ну так, ну це наша загальна, так би мовити, потреба і необхідність. Це не просто так, що це хтось добрий, а хтось... Просто вас читает большое количество людей, и
И некоторые волонтеры там что-то выкладывают, но на АТО в основном там собирают, а госпиталя немножко, конечно, забываются. Ну так, і, власне, з приводу медикаментів, забезпечення медикаментами, як зараз? Ні, ну, треба віддати должне, звісно, нашому, я не знаю, як в інших госпіталях, но нашому госпіталю у нас, крім обезболювальних, вот, допустим, там, дексалгіна і кетанов, є все. Чому-то вони не закупають це лікарство. Ну, у нас там є аптеки, де ми можемо купити, ну, к сожалению, воно дорогое, пачка стоїть 208 гривень зараз. А ребята колять його практично кожен день. А остальное все всем обеспечено. Доктора у нас замечательные, золотые руки. Они такие операции грандиозные проводят по 8, по 10 часов. И ребятам так, ребят некоторых собирают просто по частям, вот в полном смысле слова. Что некоторых привозят вообще, подорвавшись там на растяжке, на мине. И они их собирают буквально там, лепят заново. Потреби, як я вже згадував, от, кров, плазма і так далі. Чи є, чи все ж таки забезпечено? Значить, крові, от я не завжди знаю, тому що є центр крові, тут потрібно дзвонити. Я буду узнавати, коли я просила людей зібрати, там молодий чоловік, у нас атошник умирав, їм потрібна була кров рідка, і люди прийшли, здали більше, ще хватило на двох чоловік других. Представляєте, які молодці? Я пам'ятаю ось ці об'яви не тільки в Києві, по Дніпру, по Одесі, що, в принципі, як тільки кидають в ЗМІ або в соцмережах, вишуковуються черги, в принципі, людей, які готові допомагати таким чином. І хотілося б, да, щоб люди далі відгукувалися на це все. А стан госпіталю взагалі? Ось ліжка, сантехніка. Чому про це говорю відразу? Я знаю, чому ви говорите, але якщо брати київський госпіталь, то у нас все ок, як кажуть. Да, в 2014 році, звісно, було все немножко убите, але спасибо там начальнику госпіталя, начальникам відділення, людям, які знайшлися, які спонсори, які допомогли, які зробили. І у нас, звісно, і палати, і кондиціонери, є і телевізори. І, ну, і туалети нормально, все оборудовано, де може чоловік на коляскі заїхати. Це добре. Я чого, ну, не всі відділення, є відділення старого. Ну, от мені не пам'ятаю, ну, травма у нас на второму этажі, да, і щоб виїхати на вулицю, ребятам потрібно вже виїжджати далеко через хірургію. Ну, слава Богу, можна. Я знаю, що в гнойному відділенні наш шикарний ліфт новий, сучасний, поставили со второго этажа на перший. И вот у нас, я очень прошу, если кто-то откликнется, у нас в одной палате в травматологии там есть два окна огромных, и они очень старые. Что там когда-то был как музей травматологии, но так как не хватало коек и палат, то сделали из него новую палату, и у нас огромные окна, и нужно их просто поменять. На сучаснее, чтобы не можно было нормально проветривать? Да, и потому что ребята открыли окно, закрыть его обратно, потому что оно старое, оно деревянное, ну, ему лет, наверное, 50 этим окнам. И вот, ну, у нас и двери поменены, спасибо Анне Турчиновой, мужу Турчинова. Она в этом году помогла сделать центральную часть травматологии, полностью отремонтировали, все новое, красивое, молодец вообще, конечно. У нас, чому я говорю про стан, хотілося б все ж таки в ефірі озвучити, в тому числі, це публікація, вона є на обозрівателі, ось колеги допоможуть, зараз виведемо на екран. Є публікація з приводу стану в Часовому Яру Донецької області, госпіталя регіонального, власне, який знаходиться поряд з лінією фронту з ворогом. І там те, що розповідають місцеві волонтери, докладаючи в тому числі фотографії, ну, це просто жахливо. Українські бійці, які відстоюють незалежність держави і захищають, в принципі, кожного з нас, перебувають в умовах, які, ну, вони кажуть, що в бліндажах набагато зручніше було. Ну, розумієте, для мене вот ці фотографії не новість, тому що буквально кілька місяців-два назад я була в Ірпені, и застала фактически такую же картину, да, и я опубликовала, это был скандал, потому что мою страницу читают, как оказалось, и там представители Министерства обороны, и вы распечатали, и другие средства массовой информации. И что сделал Ирпенский госпиталь? Он просто запретил волонтерам посещать госпиталь. Потому что я зашла в туалет, вода течет по щиколотку, убитые ванны, грязные, и что нету прохода, даже человек на коляске не может в туалет заехать сам. И не может при... Я говорю, а как человек принимает душ? Он говорит, а мы его протираем тряпочкой. 21 век. В стране сколько живут, да, список Форс, миллионеры, люди собирают деньги, отдают на армию. Ну, в конце концов, ну, можно уже туалет и ванну сделать человеческие. Да, в Ирпене сделали одно отделение суперсовременное, но там помещается 10 человек, и в основном это ампутанты. Да, но новое, современное. Ну, почему не сделать все
все 5 этажей, все 7 этажей. Понимаете, люди, которые на коляске и на костылях, очень некомфортно себя чувствуют. И они, в конце концов, солдаты наши, они защищают нашу страну, и они не скоты, чтобы жить в таких условиях. Слушайте, находятся люди, которые говорят, слушайте, это еще нормально, там где-то еще хуже. Це прекрасний приклад, понимаю, да. Тож, порівняння да, з тим, що може бути ще гірше. Ну, гірше да, завжди може бути, але прагнути варто. Да, у мене вже було, осінню я посещала ще одну із дитячих больниць, вот где-то там на окраїні город, першу чи вторую, не пам'ятаю. І для мене було шоком вот это отделение, темнота. Все побитое, и там залетели люди, которые там работают, начали рассказывать, что там делается ремонт, а там не делается, а вы там такая-сякая. То есть для них это норма, это норма. Собирать деньги с людей, где дети живут с мамами, спят на одной кровати, это норма, это норма. Да. Ну так, не розхитити да, човна і так далі. Ніхто ні в чому, ні начальник больниці, ні врачи, ніхто ні в чому не виноват. Непонятно, кто виноват, не знаю, самі діти, які болеють, тому що вони попадають в цю больницу, тільки не вони. А власне, якщо ось говорити про, ну так, раджу звернути увагу, в принципі, публікувати, озвучувати, тому що коли проблема проговорюється, на неї змушені звертати увагу ті люди, які, в принципі, і так повинні цим займатися, на жаль. А доволі часто, коли це скандал в соцмережах, коли скандал в ЗМІ. Та, я мою страницю так посмотрю, коли я прихожу в госпіталь, я вже розумію, що всі прочитали мій новий пост. Угу. Надо отдать должное там, да, всем начальнику госпиталя Казмирчуку Анатолию Петровичу, и он это нормально воспринимает, уже другие там начинают там, ах, я никогда плохое не могу о нашем госпитале сказать. Есть нюансы, допустим, кухня, да, вот и у меня с ними какие-то трения, но касательно, там, допустим, лечения солдата, отношения к людям, там, сама обстановка. У нас был такой парк на территории госпиталя, что в городе нигде такого нет. Вы не понимаете, он в идеальном состоянии. Люди приходят с колясками, там у нас белки, там какие-то птички красивые, у нас растения красивые. То есть у нас и территория очень красивая и комфортная. Ну так, ну я, власне, в том числе... Но в 2014 году был такой асфальт, как будто после бомбежки, представляете? И ребята пару раз на колясках перекинулись. У нас не было пандусов. Потом крылья Феникса, я сначала сделала с одной стороны, просто запетонировали, mm-hmm, чтобы ребята могли съезжать со двора внутреннего. Потом крылья Феникса сделали красивый, шикарный новый пандус центрального хода хирургии. А потом я нашла там людей, которые заасфальтировали центральные улицы возле госпиталя, и ребята могли. Но потом наши люди посчитали нужным для себя ставить на новый асфальт машины. Потому что на Колдобина они не хотят, на стоянку они тоже не хотят. Вот новый асфальт их больше всего устраивает. Тут они прикрывают. Да, потом, слава богу, битер, начальник госпиталя поставил такие круги, да, вот такие сейчас ставят, чтобы просто не заезжали на дорожки. Потому что наши, сколько я скандалила, убивалась и кричала, все считают, что я скандальная. Ну как можно поставить на вот просто возле входа на новый асфальт? Ну, они считают, что это правильно. Ну, тобто на тротуары, то там до бійці проїжджають. Ну, а как же? Ну, а где? Они же пусть бійці проїжджають по дороге. Почему они должны ставить куда-то свои машины, ну, дорогие и красивые? Відповідно, да, да. Відповідальність і мораль, і взагалі інтелекту. Менталитет наш, да. Ну, менталитет, він же змінюється. А что будет с вашим асфальтом? Вот я так говорю, вот я представляю, если бы вы поставили вот так вот где-то в Германии, да, свою машину в любой европейской стране, и вы бы, что бы вы сказали тогда полицейскому? Вот что бы? Долго искали свою машину, оштрафовали бы? Ну так, заплатил да, бы кількасот евро, да, и был бы, напевно, задоволен, еще нет. Вот, власне, так менталитет и меняется. Ну, конечно, насправді. Я считаю, что нужно наказывать жестко штрафами. А если говорить про, ну, по-перше, до глядачів, бачите проблему, в тому числі не тільки в госпіталі, лікарні, там, обслуговування, сервіси, будь-які служби, якщо вони не виконують свої задачі, заходьте в соцмережі, повідомляйте, зв'язуйтесь з нами, в тому числі, повідомляйте. Ми будемо озвучувати для того, щоб, в принципі, наше існування стало комфортним, да й взагалі достойним. Знаєте, коли я написала цей пост про больницу дитячу, там люди как начали писать, что происходило на личном опыте, у меня волосы дыбом стали. Я говорю, люди, ну почему вы постоянно все молчите? Так невозможно. Вот мы лежали, тараканы по детям бегали и все такое. Ну как к этому можно спокойно относиться? Ну, тем больше это прописано в нашей навіть конституции, если быть формальным. Кожен громадянин України має право на достойне життя. Якщо воно порушується, відповідно, хтось через зловживання, через байдужість і так далі, це злочинність. Мовчуні люди, так, терпливі. Вони терплять за нашого вот этого терпіння, вот это і происходит. Ну, ми стаємо посібниками злочину проти самих себе. Ну, це парадокс.
Причем, понимаете, когда ты стоишь в очереди, начинает продавец хамить человеку, все молчат. От всі мовчать. Не дратуйте, не дратуйте людині ще працювати там і так далі. Да, припиніть. Да, да, да. Давайте, а то ми так довго будемо стояти. Та, це проблема, так, боязнь. Хотілося б поговорити про, якщо ми говоримо не тільки про бойові поранення, а сезонні. Люди часто так сприймають, що фронт – це виключно ось кулі, вибухи і так далі. Але є зима, коли йдуть суцільні застуди в бійців постійно, відразу, масово, запалення легенів і так далі. Йде літо, там свої потреби. Зараз які потреби і з якими захворюваннями бійці також поступають? Знаєте, от поки в госпіталі лежать, от мало, от, допустим, людей, які, вони в основному не виходять зимою, вони простужуються. Самая большая проблема – это онкология. Вы не поверите, какое количество ребят, возвращаясь с войны, именно болеют и умирают. И я не понимаю, с чем это связано. Фактически, наверное, каждый пятый боец, даже молодого возраста, онкологически больной. И это ужасно. Это с тех, кто поступает в госпиталь? Да. Прям с передовой. Или это стресс. Или это какое-то на них, там, я не знаю, что-то на них испытывает. Вот просто вот повальная онкология. Дуже часто. Угу. Це да, небезпечно. Про це вже говорили, навіть обговорювали. Там були такі, я пам'ятаю, конспірологічні деякі речі, що, можливо, там техніка з Чорнобиля завозиться і так далі. Ну, хоча потім з'ясували, що це, ну, мало ймовірно, що це чорнобильська техніка. Хоча я думаю, що це скоріше з тої сторони прилітає от таке, какое-то странне оружие. Да, вот странно, потому что ребята вот очень многие молодые, вот и саркома, и рак, и белокрови, это ужас какой-то, вот в каком состоянии по многим больницам лежат, и это очень тяжело. И гепатит вот у многих там обнаруживается. Вот я не понимаю, не медик, как это вот все происходит, как это заносится все. Хотілося б трошки просто, на ваш погляд, скажімо так, зараз говорять, пішли різні чутки абсолютно в соцмережах про те, що, ну, ми до ефіру трошки говорили про це, що, можливо, ну, статус АТО буде скасований, буде інше прийняте рішення про статус окупованих територій, відповідно, там створений єдиний штаб командування, ставка командування і так далі. Дехто починає говорити, що це знак того, що можуть активізуватись дії. Можливо, з боку ворога, а в нас буде така відповідь і так далі. Дехто говорить про деокупацію територій. Ще більше активізація бойових дій, всі прекрасно розуміють, що це війна. На фронті гинуть і отримують поранення люди, наші бійці, в першу чергу. Відповідно до можливостей госпіталя і потреб, якщо почнуться більш активні бойові дії, на що людям варто звертати увагу, по-перше, і, по-друге, потенціал, ми зможемо прийняти більшу кількість бійців поранених? Ну, во-первых, я не военный эксперт, сразу скажу. Я могу вот давать свои советы, как, о чем говорить, ну, о госпитале. Сфере, да, я просто говорю, что хочу людям сказать, чтобы они всех вот этих экспертов делили многих на 45 или на 100 даже. Потому что есть люди, которых просто им нравится поговорить, чтобы их показывали, чтобы они говорили, чтобы вбросить какую-то якобы очень крутую тайную информацию, такую вот, вот я точно знаю, да, вот. И потом люди живут в страхе, потому что сколько у нас уже было этих нападений, да, массовых, вот глобальных, таких масштабных, сколько было, и люди в страхе жили, особенно люди старшего возраста. Ну, это вот неправильно, потому что это стресс, люди живут постоянно в страхе. Конечно, я понимаю, что кому-то это на руку, кому-то это приятно, что люди о чем-то не думают, а думают только о войне. Я не думаю, что уже будет хуже, чем есть сейчас. Хотя вчера приходили к нам крымчане, проведывали, говорят, что они выехали оттуда быстро, потому что одной из них сын ушел в АТО, им там дали знакомые, сказали вам, у вас есть там 8 часов съехать, иначе ФСБ говорит, вас просто тут примет сразу. И рассказывают, что на территории страшные вещи происходят в Крыму. В Крыму? Да, что там, говорит, просто везде военные заехали, живут. Все даже убитые старые аэропорты восстановлены. Что везде техника какая-то заводится. Где-то вот полно везде ФСБ, военных. И это ужасно. И говорит, что там с родственниками очень сложно общаться. Не дай бог кто-то узнает. И, то есть это уже будет проблема для человека, который живет в Крыму. То есть это не просто люди пришли мне, а люди там, это у меня соседи, тоже двоюродная сестра живет, она мне рассказывала, что она не может с ней общаться, что люди боятся, находясь в Крыму, общаться с украинцами, даже с родственниками. Поэтому, знаете, я не военный эксперт, и лучше не, как это, там, не утверждать ничего, но
Кто знает, что можно от такой ненормальной страны ожидать, что им в голову стукнет, да? Ну, это так. Даже не Гитлер, который четко следовал, да, чему-то там, каким-то там своим, там, не знаю, какие-то, что-то, какие-то у них свои проекты были, хотя там неожиданно напал, теперь мы знаем, что это не было неожиданностью, да? А тут какая-то страна все-таки, что в голову взбредет тем кремлевским идиотам, мы не знаем. Хотя, я думаю, все равно какой-то есть сдерживающий фактор, который не позволяет им вести себя, как они хотят. И, там, и могут и бомбы на нас кинуть, и то. Ну, слушайте, ну я не верю. Ну, слушайте, нас кинут, так в них кинут. Они же тоже это понимают, да? Просто не нужно на этой теме спекулировать и сильно запугивать и пугать людей. Четвертый год идет война, и если бы уже хотели масштабное вторжение, они бы это сделали. И они уже находятся не на том уровне, да? Когда они могут делать все, что им хочет, тоже поприжимали с каких-то сторон со многих. Единственное, что они настроили свое население, потому что уже русские готовы типа, были идти воевать. Но я сейчас смотрю, что посеяна рознь тоже в российском обществе очень сильно, что люди начали немножко понимать. Это не те, которые живут там, да, в деревнях, в селах, и мы пойдем там, да, воевать. Там, это. Когда дело дойдет до войны, я не думаю, что там кто-то сильно побежит воевать. И цены у них другие. Вы рассказали, что так, у пенсионера где-то 10 тысяч рублей, это где-то 3 тысячи гривен. Говорит, но цены выросли просто, говорит, выше намного, чем в Украине, намного выше. И, конечно, нет такого, не едут столько туристов, как раньше. Какие-то большие там санатории заполнены туда, как-то приезжают и сами там и военные, и там еще какие-то. Но вот так как они жили в Украине, они жили, ну, как говорится, денег нет, но вы держитесь, да? Ну, так. В будь-якому разі, війна триває, і громадяни повинні жити далі, але повинні пам'ятати про те, що відбувається навколо, і повинні пам'ятати, що це відповідальність, в першу чергу, перед кожним з нас самих допомагати і долучатися до того, щоб, по-перше, наші бійці не відчували ні в чому потреби, по-друге, наша країна була максимально захищена. Ну, тому, в тій мірі, в якій кожен з нас може до цього долучитися. Я хочу сказати людям, щоб зараз дуже тяжеле время. Очень тяжелое время, это не потому, что там вы должны все время жить в страхе или жить в серости, или чего-то бояться. Не, но помогать друг другу обязательно. Сейчас именно тот момент, когда мы должны сплотиться и помочь друг другу. Просто если мы поможем друг другу, как мы это сделали в 2014 году, то мы обязательно, вот эти, не хочу громкими словами бросаться, там мы победим, но общество изменится однозначно. Что вы, кто-то приходит в госпиталя, кто-то помогает на АТО, кто-то помогает людям, которые онкологически больные. Вот мы собирали девочки, и вы тоже помогали нам собирать девочек, которые вот на грани жизни и смерти находится. Понимаете, каждой своей копейкой мы продлеваем чью-то жизнь. Это здорово, и это есть общество. Ну так, це є. Я прошу людей меньше ругаться друг с другом и прекратить друг друга оскорблять, потому что открывая соцсети, просто иногда просто не понимаешь, как это может такое происходить, когда у людей высшее образование, занимаемые должности, вроде интеллигентные, воспитанные, когда у них они изрекают вот такие страшные ругательства. Нужно прекратить это делать, и мы будем жить обязательно по-другому. Ну, будемо на цьому сподіватися і докладати кожен на своєму місці максимально зусилля до цього. У нас ефірний час фактично вичерпаний. Дуже дякую вам. На гостях була пані Наталія Юсупова, волонтер. Будемо стежити за подіями і за тим, що відбувається навколо нас, також жити далі. Дякую.